Друзья, всем привет! С вами Fashion Vector Design и я Чайковская Екатерина. Сегодня мы поговорим с вами про тестовое задание «Быть или не быть». Очень многие мне его задают, очень многие недовольны тестовыми заданиями. И как же вообще с этим быть, что с этим делать? Я сегодня поделюсь своим опытом. Сразу хочу сказать, что это не истина в последней инстанции, это лишь мое мнение, которое, может быть, не совпадает с вашим, и это совершенно нормально. Во-первых, зачем дают тестовое задание? Вообще, вот вы приходите, нет, сделайте мне тестовое задание. Вам его дали и хотят посмотреть, а как вы оцениваете данную задачу? Понимаете ли вы то, что вам говорят, и можете ли вы дать адекватное выполнение того, что вы делаете? Посмотреть уровень ваших знаний, навыков и умений. Вот. Честно, никого не хочу обидеть, но я знаю сама знакомых, которые приходили на собеседование не со своим портфолио, благополучно устраивались, потом ничего не могли сделать на рабочем месте. Ну и как бы вот это просто позволяет обезопасить то, что действительно этот человек может сделать ваше конкретное задание. И оценить, насколько хорошо человек чувствует сроки и насколько качественно он в эти сроки может работать. Здесь... Дальше есть вопрос, вообще стоит ли его делать. Однозначно я вам не скажу, да или нет. Я все-таки поделила это ситуационно, когда есть да, а когда есть нет. А именно, например, вы идете на собеседование в крупную компанию, которую вы знаете, что она уже на рынке там более 10 лет, она на слуху, все о ней слышали, все ее знают, все понимают. И вам предлагают сделать тестовое задание, там что-то подобрать, что-то разработать, отрисовать несколько эскизов для того, чтобы оценить ваши навыки. Да, они посмотрели ваше резюме, да, они видели ваше портфолио, но они хотят понять, а вы подходите под этот формат? И вот в крупных компаниях очень редко встречаются, ну, так называемый обман, когда используют то, что, ну, соответственно, вот вы наработали, типа... Давайте мы это просто так бесплатно. То есть они действительно оценивают кандидатов. У них достаточно большой поток, и им нужно просто отобрать. Поэтому я бы сказала так, идя в крупную компанию, будьте готовы к тому, что вы будете делать тестовое задание, и это нормально. Вам нужно на него потратить время, вам нужно быть максимально внимательным и аккуратным в том, что вам делали, и желательно немножко перевыполнить срок и сдать его чуть-чуть раньше. Это покажет, что вы, во-первых, классный, во-вторых, производительный, в-третьих, вообще вот готовы посвящать свое время. И, ну, то есть это вам интересно, то есть вы показываете свой интерес. Как правило, уже тестовые задания отправляются руководителю отдела, куда вы пойдете работать, и он уже оценивает, насколько это здорово, насколько ваша стилистика, то, что вы сделали, подходит ему, качество вашей работы. Если мы говорим с вами про мелких заказчиков, сама являюсь мелким заказчиком и мелким исполнителем, ну, то есть не в крупных объемах, поэтому, ну, не обижайтесь на меня, да. Очень часто мелкие заказчики грешат тем, что хотят обмануть. И то есть, типа, вот вы нам сделаете бесплатненько, мы сейчас тут возьмем, поюзаем, особенно когда начинают просить исходники. Одно дело, когда, ну, там, задание подразумевает, что вы делаете его в иллюстраторе, и вы его там в PDF-ке сверху свои watermark положили, ну, то есть, водные знаки, да, и, типа, отправили, что это я сделал. А другое дело, типа, дайте нам исходник, мы хотим посмотреть, как вы работаете в векторе. Ну, что вы, во-первых, там будете смотреть, во-вторых, можно вектор сделать настолько непригодным для редактирования, что им мало не покажется. Когда вы все линии, все шрифты, все разбираете в кривые. И то есть для того, чтобы этот эскиз потом хоть как-то отредактировать или элементарно поменять цвет заливки, они там умукаются. То есть можно, как бы, если вы понимаете, что потенциально вас могут как-то ну, нагреть, условно говоря, то можно им такую свинью подложить и сказать, что типа, ребят, готовы работать, вот вам файл в AI-формате, как вы хотели, но ничего вы с ним не сделаете. Так что такой вариант тоже возможен, об этом можно тоже поговорить. Я предлагаю, когда маленькие заказчики, лучше с ними, конечно, работать через биржи фриланса, оплату принимать, например, через PayPal, когда она возвратная. То есть, ну, можно в крайнем случае вернуть, если вдруг вам не сделали. Вот, и попросить заказчика внимательно ознакомиться с вашим
портфолио, посмотреть отзывы, если они у вас уже есть других, и сказать, что вы готовы работать, но готовы взять, например, одну штуку, может быть, чуть дешевле, а может быть, по вашему стандартному, в качестве тестового задания. Ну, грубо говоря, да, вам нужно разработать 20 эскизов, я вам готов сейчас разработать один, но за деньги, в такой-то срок. И вы как раз поймете, подходите вы друг другу или нет. Это нормально. Просто так делать большое количество бесплатных тестовых заданий, но особенно мелким ИПшкам, мелким заказчикам, которые еще нигде никакого рейтинга не имеют. Там бывает как бы на бирже фриланса хорошее ИП с хорошим рейтингом, и вы там ему тоже предлагаете, тогда еще можно подумать. А если какой-то вот там откуда-то взялся, ну, типа, а зачем? Откуда вы знаете? Он как взялся, так и растворился в воздухе. Зачем вам это нужно? Вот, поэтому хорошо подумать. Обозначить просто свою позицию. Если они не готовы, ну, значит, не готовы. Вы сэкономите время и потратите его на что-то или на кого-то другого и более ценного. Так что вот так я вам советую поступать, а дальше вы выбираете сами. Если вам этот заказчик максимально актуален, то, конечно же, я рекомендую позаботиться и все-таки сделать, потратить тестовое задание, показать свое желание, свое стремление, свои навыки и умения. Если вы понимаете, что вас могут неприятно нагреть, то лучше не делать и обозначить, что вы готовы сделать маленький объем за деньги. В принципе, все разумно. Деньги и работа. Вы одно на другое поменяли, собственно, в чем и состоял смысл вашего сотрудничества. Как вы относитесь к тестовым заданиям? Пожалуйста, напишите мне в комментариях, я буду рада услышать. Тема достаточно актуальная для всех, кто занимается дизайном.